Вековой план Антихриста. Все, что сегодня происходит в Украине и России, дело рук мирового правительства, готовящего мир к уничтожению перед своим выходом. Белое население Земли захватчики мечтают заменить на клонов, биороботов, киборгов. Ра значит белый свет, золото, солнце, раса значит белый, солнечный, божественный народ. За последние 100 лет этот народ споили, развратили, разъединили и превратили в братоубийственное злобное племя. А кто управляет процессом? Тот, кто готовит управляемый хаос. Глобалисты, вселенские отщепенцы, казнокрады и убийцы. Их прислужники, менеджеры разных стран, стоящие во главе, это говорящие головы, ничего не решающие и не имеющие своего голоса. За них решают те, кто остается в тени. Интересная, однако, получается картина. Очень многие слова имеют корневую основу Тор. Вот лишь некоторые. Тор – сионный. А здесь так сразу два ключевых слова задействованы – Тор и Сион. Территория, история, акватория, обсерватория, простор, экватор, пастор, администратор, директор, лектор, корректор, инспектор, редактор, провокатор, изолятор, кредитор, экспроприатор, коллектор, новатор, повтор, торговля, мотор, экскаватор, торпеда, второй и так далее. Теперь понятно, кто в мире хозяин? Тот, кто носит на голове Тору. А может, имеется в виду космический Тор, траектория движения света в мироздании? Вдумывайтесь в смыслы слов. Но вернемся к нашим баранам. Их поступенчатый план уничтожения цивилизации был мною озвучен в одном из предыдущих видео. До тех пор, пока земляне не прозреют, а в первую очередь это касается славян и особенно украинцев, которым в 1990 году явилась мессия, чтобы вывести их на путь света, темные будут уничтожать белое население Земли. Но те пытки и издевательства со стороны спецназовцев и тюремщиков, которые перенесли на себе все верующие в Матерь Мира Марию Деви Христос в начале 90-х, были репетицией, как обращаться со всеми инакомыслящими. Эти свидетельства вы можете найти в книге «Земной путь Матери Мира» и на моих сайтах, которые сегодня стараются подальше задвинуть от вашего внимания, так же, как и каналы в интернете. Поэтому то, что сегодня пришло к славянам, это возмездие за их слепоту и отвержение своей спасительницы. Но наступит сужденный час, и все узнают правду. А пока остановите эту бойню, ибо скоро не останется никого в нашей многострадальной матушке Руси.
да будет свет. Виктория Преображенская, 11 октября 2022 года.